Как дела? Значит, дела такие сейчас в нашей сфере. Кризис повлиял и на нас тоже, естественно. Ежели раньше я снимался пару лет назад где-то по 2-3 сериала одновременно у меня шли, да? То теперь, если 1-2 в несколько месяцев, это уже счастье. Кастинги, да, кастингов много, проб много. И на главные роли пробы идут, конечно. Но съемок стало в 3 раза меньше. Ну, у кого как. У кого-то их и так же осталось, у кого-то больше стало, у кого-то меньше, но у меня чуть меньше стало. Хотелось бы, так сказать... Вообще у меня 100 проектов за плечами. 100! Это 60 эпизодов и 40 ролей. И вот эти... Это все с 2004 по 2012 произошло. А вот с 13 по 15 буквально всего, может быть, 2-3 роли. То есть какая-то такая тенденция нехорошая. Но не будем отчаиваться.